Что касается вот опускания рук во время намаза, то это мнение, которое приписывают имаму Малику. Приписывают имаму Малику опускание рук во время намаза, то есть не возлагать их на грудь. Что мы скажем по этому поводу? Вот этот вопрос разберем, что Малик передается или приписывается ему, что он опускал руки, не держал их, не клал правую на левую, опускал их. Мы скажем, что удивительно, что от самого имама Малика, рахмаллаху тааля, в его книге «Аль-Муваттаъ» приводится хадис о возложении правой руки на левую. Сам имам Малик приводит хадисы о возложении правой руки на левую во время намаза. Хадис передает Малик в «Аль-Муваттаъ», сказано «Ан Абдель-Керим, бин Абиль-Мухариф, Аль-Басри», «Аннаху кал» от Абдель-Керима, «Абну Абиль-Мухариф, Аль-Басри», что он сказал «Мин калямин нубува» из слов пророчества. «Из алям тастахи фафаль маашит», если не стесняешься, что делаешь. То делай, что хочешь. وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَ فِي الصَّلَاةِ. И слов пророчества, то есть то, что было присуще всем пророкам, это возложение рук одной на другую в намазе. يَدْعُ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَ. Возлагает правую на левую, сказано. Это где? У Малика Муватта. Другой хадис есть тоже у Малика Муватта. Сказано عن أبي حازم بن دينار أبو حازم بن دينار от سهل بن سعد السعيدي что он сказал كان الناس يؤمرون يدا رجل إلى اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة что людям приказывалось говорит سهل بن سعد чтобы человек клал правую руку на предплечье левой руки в намазе и Абу Хазим говорит я не знаю иначе как что относил то что он сказал к пророку алейхиссалям то есть это от пророка алейхиссалям итак сам имам Малик приводит хадиса, муватта, который указывает на возложение рук во время намаза. Поэтому, Аллаху Тааля алям, видится, что вот это и есть мнение имама Малика, что возлагать руки правую на левую в намазе. Да, опускание рук вот так, это известное мнение в мазхабе маликитском. В мазхабе маликитском это известное мнение. Но это противоречит Сунне, как мы с вами убедились. И маловероятно, что это мнение самого имама Малика, если сам имам Малик привел хадисы, и не один хадис, который подтверждает обратное. Может быть, вероятность есть, что имам Малик, сделал так, как-то. Может, кто-то увидел такое действие. По какой-то причине, может, была какая-то причина. Может быть, было какое-то оправдание, какая-то уважительная причина. И кто-то, может быть, увидел действие, и взяли это как мазхаб. Но вряд ли, что это мнение самого имама Малика. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.